Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Зовут меня Юрий Заровский. Вам всем привет, Черноморский. Находимся мы сегодня в вилле Park & Spa. Это вторая береговая линия от моря 500 метров. Здесь адрес переулок Крутой, 18. И это самое уютное место нашего города Анапы. Вы можете увидеть ореховая роща, фитонциды сосен, аромат роз. Это все будет присутствовать в вашем отдыхе. Вдали от шума, но и близко к центру и всем достопримечательностям, которые вам нужны. Вы можете отсюда прогуляться как до 300-800 ступеней Ласточкины гнезда, а также совершить путешествие в Суко по берегу моря с шикарными видами со скал нашей Анапы. Рядышком находится великолепный ресторан с морским видом и большой плавательный бассейн. У самого спа-комплекса имеется сауна, солевая комната, массажный кабинет и открытый бассейн с подогревом до 35 градусов. Обо всем об этом поподробнее вам расскажу в этом видеосюжете. А также сходим на море. Пляж 40 лет Победы. Вид действительно невероятный. Вот она, ореховая роща. Рядышком находится магазин «Магнит». Здесь буквально в квартале находится перекресток. Рядышком находится рынок. Также здесь ярмарка два раза в неделю приезжает с фермерскими продуктами. То есть все, что вам надо для шикарного отдыха, вы получите именно здесь. ЗАГС, спа-отель «Винтаж» открывает огромную детскую площадку с интерактивную, с детским кафе, куда вы сможете своими детками прийти абсолютно бесплатно. Вход и парковочная зона. В принципе, она большая. Проблем с парковкой здесь нет, так как парковочная зона еще и вдоль Ореховой рощи, и возле ЗАГСа. Это является огромным плюсом в нашей Анапе. Сам отель выглядит очень красиво. Давайте зайдем на территорию. Здравствуйте, меня зовут Виктория, и я управляющая отеля «Вилла Парк». На территории отеля расположена зона отдыха, качели, где вы можете спрятаться от жары или просто приятно провести время. На территории отеля также расположен подогреваемый бассейн. Температура доходит до 35 градусов. Размер бассейна у нас 6 на 6, глубина 1,60 м. Выход из спа-комплекса выходит прямо на бассейн. На территории также расположены лежаки. Кто не хочет идти у нас на море, могут полежать и позагорать прямо здесь. Отель у нас небольшой, у нас 19 номеров. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я администратор отеля «Вилла Парк». Будем рады вас видеть у нас в гостях. Это наша зона ресепшн, а внизу у нас находится спа и столовая. А это наша столовая. Здесь у нас сейчас организован континентальный завтрак, а в дальнейшем к сезону будет организована шведская линия. В столовой установлена очень хорошая акустика и будет установлен проектор, поэтому столовую можно использовать под любые ваши конференц-мероприятия. А это наша детская зона, она расположена на территории столовой. Пока родители заняты приемом пищи, детки могут поиграть. Также здесь установлен Sony PlayStation. Вашим детям не будет скучно, даже взрослым детям. А также давайте посмотрим нашу зону спа. При входе у нас мужская, женская раздевалка. Слева у нас зона душа. Справа зона отдыха. Сауна. Сауну мы разогреваем максимально до 100 градусов. А также есть возможность подачи воды. А это наша соляная комната. Здесь вы можете повысить свое здоровье. Здесь мы включаем расслабляющую музыку, также располагающий свет такой очень приятный. Это очень благоприятно влияет на дыхательные пути. Соль здесь, друзья, повсюду. Вы ходите по ней, она на стенах. И есть специально вулканическая соль. Так вот в стене кирпичиками. С зоны спа у нас также есть выход на бассейн. Хотим показать вам номер. У нас бесключевой доступ по картам. Номер категории семейный, номер двухкомнатный, максимальное размещение 5 человек. При входе у нас расположена вешалка, большое зеркало в полный рост, холодильник, шкаф, двухспальная кровать, столик, телевизор, шкаф. Достаточно большой, вместимый. Халаты для каждого гостя, тапочки, дополнительное одеяло. Но в номере очень тепло, я думаю, они вам не понадобятся. Набор посуды. Сплит-система. Пройдемте во вторую комнату. В комнате у нас есть большой раскладывающийся диван. Также есть мини-диван, как доп-место, телевизор и столик. Комната довольно-таки просторная. В каждом номере у нас есть собственный санузел. Есть номера как с душем,
так и с ваннами. Этот номер у нас с тропическим душем. Зеркало с подсветкой, большая раковина, подставка для наших маленьких гостей, унитаз, полотенцесушитель и фен. Набор полотенец для каждого гостя. На каждом этаже у нас есть кулер с питьевой водой, а также гладильная доска. На втором этаже у нас есть терраса с прекрасным видом на ореховую рощу. Если вы хотите попить кофе с прекрасным видом и подышать морским воздухом, вам сюда. Номер категории комфорт. В входе у нас есть место, где вы можете расположить ваши вещи. Большое зеркало, большая удобная кровать, дополнительное место мини-диванчик, зона, где можно попить кофеек, большой телевизор и сплит-система. В каждом номере установлен шкаф, большой, очень вместительный, холодильник и набор посуды. Сейчас мы покажем вам наш санузел. Данный номер у нас с ванной, также раковина, зеркало с подсветкой, унитаз, полотенцесушитель и фен. И набор полотенец для каждого гостя. Теперь мы с вами поднимемся на третий этаж в апартаменты. При входе у вас прихожая. Гостиная зона, огромная спальня, собственная кухня. Это у нас апартаменты. Также этот номер у нас подходит отлично для новобрачных, ведь рядом у нас практически за стенкой Анапский ЗАГС. А также для молодоженов у нас действует скидка 15%. Это у нас с вами кухня-гостиная. Здесь расположен большой раскладывающийся диван, огромный кинотеатр, кухня со всем набором посуды, с большим столом, холодильником. А это наша шикарная зона спальни. Здесь нужно просто показывать, можно ничего не говорить. Сверху у нас очень красивый балдахин и эффект парящей кровати. А здесь у нас зона гардеробной. У нас санузел. В данном санузле у нас шикарная ванна, две раковины, унитаз, полотенцесушитель и фен. С этого номера у нас открывается самый шикарный вид. Здесь самые красивые, прекрасные закаты. А также вид на море и ореховую рощу. Дорогие наши гости, мы с нетерпением вас ждем. Мы открыты для вас. Цена у нас начинается от 4900. Это номер стандарт. Входит завтрак и посещение спа-зоны. Дорогие мои, про всю инфраструктуру мы вам рассказали, все подсказали. Более точно смотрите в описании по номеру телефона, который есть в названии, в описании. И буду рад вашим отзывам, если вдруг вы раньше отдыхали в этих местах. Как вам эта локация? Температура воздуха сейчас 21,2 градуса. Она великолепна. На календаре сегодня у нас, друзья, 8 ноября 2023 года. Все еще зеленое. У нас одуванчики появляются, другие цветочки. В общем, капитальная красота. Этим она, собственно, и привлекает межсезонье, потому что у нас довольно-таки долго бывает тепло. Море, температура плюс 18-19 градусов, люди продолжают купаться. Сейчас задул южный ветер, от этого водичка станет еще теплее. В Ореховой роще у нас сейчас ведется строительство, меняют дорожки, будут дополнительные объекты с фонтанами установлены. Окончание строительства ноябрь 23 года, то есть уже в течение этого месяца должно все подойти к концу. Как раз вы приедете и будете наслаждаться невероятными прогулочными зонами. Вот туда влево, как я и говорил, можете пройти, прогуляться до наших 800 ступеней, 300 ступеней, либо вообще пройти до Соко по горам. Прогулка, этот самый тренинг будет очень полезна для здоровья, потому что всегда будете идти вдоль берега моря. В то место, куда мы подходим, здесь самые невероятные виды на закат. И оно находится буквально в 150 метрах от этого отеля. На правую сторону у нас пошла набережная. Сначала мимо утеса, а потом новая набережная. Я вам дальше их покажу. И посмотрите, какие здесь виды открываются. Очень красивый цвет моря. Вид на пляж 40 лет Победы, спуск вот сам утесов, здесь находится ресторан, рядышком с ним бассейн. Люди гуляют по побережью, наслаждаясь морским воздухом. Вот мужчина только что искупался, и бескрайние пляжи. Там кто-то развел костерчик, жарит шашлычок, ребята. По-честному могу сказать, что это один из любимых моих видов. Я
довольно-таки часто, когда здесь бываю, прихожу именно в это место, чтобы насладиться, так сказать, уединением с природой, с ветром. Невероятно классно. Вот так не делайте, потому что ветер надо чувствовать, и на обрыве лежать на ветре довольно-таки опасно. Можно упасть вниз, и вас больше не будет. Место в Анапе, ну, очень популярное. Здесь, я смотрю, появились и летние такие веранды, в которых можно посидеть, сузив набережную, но расширив пространство кафе. Там видно море, даже отсюда сквозь этот ресторан. А вот тот самый бассейн, о котором я говорил, тоже большой площади. Думаете, что и это красивые места, но впереди вас ждет вау-эффект, если вы особенно никогда не видели белокаменную набережную города Анапы. И сейчас это лучший анапский кинотеатр, который только возможен. С самыми красивыми закатами, также просто с великолепным видом на море. С котиками нашими отдыхающими. Как вы видите, даже при южном направлении здесь совершенно не чувствуется ветер. С правой стороны здесь проход через Ореховую рощу. Осталось немножко дождаться, когда его полностью откроют. Здесь у нас есть и велодорожка, и прогулочная первая зона, и внизу вторая. По вечерам здесь люди устраивают разнообразные выступления, которые можно прийти, послушать и поучаствовать. Как вам вид? Здесь потихонечку открывается коммерция разнообразная. Но меня это место, честно, очень радует. Ждем, конечно, когда здесь понарастет больше деревьев и будет еще красивее. Сейчас сделали полив автоматически, и это говорит о том, что растения будут сохраняться. Дошли до второго места, где люди также наблюдают за морем. Двигаемся мы к улице 40 лет Победы, чтобы спуститься вниз к морю. Если не любите прогуливаться, то доехать, допустим, можно до спуска и припарковаться здесь же на парковке 40 лет Победы. Здесь у нас кафе «Парус» и кафе «Шатер» на спуске к морюшку. Помимо белокаменной набережной, присутствует у нас еще и большущая стеклянная. В ту сторону у нас прогулки к маяку, песчаным нашим пляжам. Ну, а здесь тот самый вид, который вы, думаю, оцените. Можно прямо на самом обрыве, за стеклом от моря, сидеть и наслаждаться кофе, либо другими напитками и вкусностями, приготовленные в этом кафе. Анапа потихонечку преображается. Здесь повысаживали сосны. В летний период времени работает еще больше разных заведений, кафе. Впереди у нас есть тоже красивое место для того, чтобы наблюдать за нашим морешком. Но здесь будьте аккуратны, подходя к обрыву. Можно покормить птиц, а также полюбоваться видами внизу на наши бескрайние каменные пляжи города-курорта Анапа. Для многих может быть прям удивление. Камни, Анапа. Хотя бывает наоборот. Я реально встречал людей, которые не знают, что в Анапе есть песчаные пляжи. Вот такое вот чувство было интересное. Здесь тоже место отдыха и занятия спортом. В основном для молодежи. Здесь целая большущая полоса препятствий. Также есть сцена, на которой выступают разнообразные исполнители. Прям задним фоном моря. А также скамеечки, на которых можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться видами морскими и на качелях покачаться. Красота – залог здоровья, дорогие мои друзья. А красота в этом месте дается нам от моря. Представьте, вы себе сидите на качеле, потихонечку качает вас она, а впереди море, бирюза, морская волна, солнышко, красота. Анапа манит и зовет тебя к нам. Только приезжай. Прикольные экологические акции. Подрежись в пластиковой бутылке. Тоже очень красиво смотрится место. При том, что поубирали все беседки с мангалами, которые здесь были. Снизу стало так пустынно. Парень тоже искупался только в море. Вышел на берег. В общем, анапская красота. Действительность так, как она есть. Местечко классное для прогулок, потому что спуск такой пологий, и люди его очень часто используют для теренкуров.
Отсюда я уже вижу и 300 ступеней, дальше 800, потом автокемпинг-рай, 400 ступеней, а прогулка именно в Суко, которую я вам говорил, она вот так вот по всем горам, потом вот там сверху идет невероятный маршрут, который, еще раз говорю, советую для посещения. С ребенком, по-моему, бабушка, лежат, дышат морским воздухом. Красота. Также можно прогуляться и по самому берегу. Здесь по прямой можно спуститься, можно направо и по лесенкам добраться до моря и получить все те самые эмоции, ради которых мы сюда, собственно, и шли. Здравствуй, наша любимая и огромная, черная и прекрасная морюшка. Люблю, когда на солнышке, когда дует ветерок. Это в несколько раз приятнее. Как вам такая красота? Фантастика. Добрались. Температура воздуха у моря. Нам показывает наш градусник плюс 26. Если вдруг вы приезжаете на юг только ради моря и скажете мне: Юрий, да зачем нам зимой ехать? То дальше по берегу есть морские ванны. Они вам позволят искупаться в море в любое время года. Потому что там вы разогреваетесь в баньке и спокойненько ныряете в море. Море у нас ниже 5 градусов никогда не опускалось, поэтому вам будет очень комфортно и хорошо. Сейчас температура воды потрясающая, друзья. 18,9 показывает градусник. Это ну просто фантастика. Я смотрю и наслаждаюсь этими веяниями погоды. Сейчас еще вот южный ветер включился, он принесет нам еще больше, как говорится, температуру моря. Я вам желаю, возможность есть, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Одно из мест вам сегодня показал. Вам всем огромнейшее спасибо, крепкие обнимашки и привет от меня, мои друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях. Ну а для вас море. Наслаждаемся, получаем удовольствие. Также буду благодарен за подписку в Телеграм, на Ютубе, ВКонтакте. Везде набирайте Юрий Азаровский. Найдете меня. Буду рад с вами общаться не только на Ютубе. Всем пока.